Не до шуток, 1 апреля станет Северодвинским правоохранителем. Уже завтра все объекты ОМВД по городу могут остаться без тепла. ТКК-2 уведомила полицию о приостановлении теплоснабжения зданий. Без тепла уже завтра может остаться целый ряд объектов Министерства внутренних дел в Северодвинске. По закону, поставка тепла в бюджетные организации может осуществляться только при заключении государственного контракта. Однако пока полиция не получила бюджетных лимитов на обеспечение теплом своих зданий. До настоящего времени подразделения МВД в Северодвинске не подписали, как того требует действующее законодательство, государственные контракты на теплоснабжение. В соответствии с действующим законодательством, генерирующая компания с этого дня лишена правовых оснований на теплоснабжение объектов ведомства и, соответственно, учреждения МВД обязаны завтра самостоятельно отключить теплоснабжение своих зданий. По словам энергетиков, сегодня ТГК-2 в очередной раз предупредило руководство МВД о полном прекращении теплоснабжения объектов в Северодвинске. Если требования генерирующей компании не выполнят, то тепло перекроют принудительно. В таком случае вдобавок надзорные органы могут оштрафовать должника на сумму от 100 до 200 тысяч рублей. В ТГК отмечают, на сегодняшний день общие долги потребителей тепловой и электрической энергии в Архангельской области составляют почти 3 миллиарда рублей.